Вот пришел на площадку «Спорт норма жизни» ГТО. Вот такие тренажеры интересные в России есть. Площадка на свежем воздухе. Рядом вот дома. Здесь все лавочки. Скалазная стенка. Пресс. Вот эти интересные тренажеры такие. Ручка сама крутится. Так, это я назад. Блинчики вот перебрасываются. Блинчики 2,5. 20 килограмм. Вот такие 20. По 20. Вот упражнения можно делать. Широчайшие плечи. Бицепс как приловчишься. Есть такой тренажер. Вот ребята делают. Ходят. Есть пресс, подтягивание. Это что, гиперэкстензия в разных вариантах. Широчайшие мышцы вот мальчик делает. Как грибной тренажер похож на грибной тренажер. Что тут велотренажер есть. Есть жим лежа с разными хватами. Тоже тут пятнашки. Маленькие 2,5 можно добрасывать. Вот так интересно перекидывается вот. Вот здесь видно, что этот тренажер для грудных. Вот тренажер есть больше ходьба. Вот бицепс бедра, икроножные мышцы, видимо, работают. Что тут снова гиперэкстензия в разных вариациях. Снова ходьба. Вот есть плечи. Тоже два разных хвата. Вот ребята сделали десятка по десятке. И тут 2,5 блинчики. Ну, вот есть перекладины разные для вариантов по воркауту. Здесь разные хваты можно делать. Там брусья, еще одна площадка. Кольцо есть баскетбольное. Да, жаль, у нас такого нету. Ну, ребята в теннис играют. Все это на улице. Ходит каждый желающий, кто хочет. Да, классное место. Жаль, у нас такого нет. А на Урале есть. Да.